Слабая охота на тебя. Вот хорошо, прекрасно. Такую дороговизну тратить, считай. Итак, попроси мужа, чтобы он еженедельно выдавал по тебе раз навсегда определенную сумму. Хотя бы на самом деле твои еженедельные расходы на провизию были средним числом несколько меньше этой суммы. Прекрасно. Это имеет большое значение для правильного ведения хозяйства, потому что тогда ты будешь в состоянии откладывать понемногу на столовую и кухонную посуду, которая постоянно бьется, а потому и должна от времени до времени прикупаться. А весело вчера было. Танцевали до 5 часов. Да, смотри, как правда.